Пожар легче предупредить, чем потушить. Сотрудники МЧС навестили граждан, которые проживают в частном секторе. Инспекторы пожарного надзора проверили, как жители исполняют требования пожарной безопасности. В условиях действующего на территории ЕАО особого противопожарного режима запрещено разводить костры, сжигать мусор и траву на своих приусадебных участках. Однако об этом некоторые граждане забывают, либо просто игнорируют эти правила. Не останавливают нарушителей и внушительные штрафы. В ходе рейда сотрудниками МЧС было составлено 2 административных протокола за нарушение требований пожарной безопасности. Пожарные инспекторы еще раз просят жителей соблюдать меры предосторожности с огнем и не жечь сухую траву вблизи жилых домов. Кстати, по этой причине в Амурской области уже сгорело порядка 20 домов. С учетом действующего на территории области особого противопожарного режима сумма штрафа увеличена вдвое. На граждан составляет от 2 до 4 тысяч, на должностных лиц до 30 тысяч и на юридических до 500 тысяч рублей.